Долгое время люди считали, что Земля плоская и находится на трех слонах, стоящих на черепахе, которая плавает в океане. У Земли есть невидимый щит – магнитное поле, который защищает нас от опасного космического излучения. Самая высокая точка нашей планеты – гора Эверест, а самая низкая – Марианская впадина. Среди немыслимого количества галактик и звезд есть крошечная голубая точка. Это наш дом – планета Земля. Земля – третья планета от Солнца и пока единственное известное место, где существует жизнь. Земля вращается вокруг своей оси, поэтому мы видим, как день сменяет ночь. Ось немного наклонена и всегда направлена в одну точку – на полярную звезду. Из-за этого незначительного наклона в разное время года Земля по-разному подставляет Солнцу свои бока. Когда солнечные лучи падают прямо, становится жарко и наступает лето. Если же лучи падают под углом, то они греют слабее и приходит зима. Значительная часть нашей планеты покрыта океанами. Самый большой из них – Тихий океан, и он больше, чем все материки вместе взятые. Земля населена миллионами видов. В воде, на суше и в воздухе. И все они связаны друг с другом. Наш дом – хрупкий организм, и нам стоит вести себя с ним очень бережно.